Доброго времени суток, уважаемые любители спорта, а в частности хоккея. С вами Влад Полунин, краснознаменский голос ночной хоккейной лиги. И мы начинаем наш репортаж с увлекательнейшего матча, в котором встречается хоккейный клуб «Энергия Краснознаменск» и команда болельщиков «Динамо», город Красногорск. Встреча только что началась, и самое время объявить составы наших команд. В воротах Артем Алиев, номер 40-й. В защите Афанасьев Георгий, 52-й номер. Михайлов Владимир, 72-й номер. Шутов Сергей, Кананчук Андрей, 44-й. Лебедев Александр, 45-й. Бранчук Игорь, 15-й. В нападении Мурунов Максим, 8-й номер. Шаматов Олег, 73-й. Вороной Владимир, 27-й. Давыдов Евгений, 32-й. Бегишев Сергей, 20-й номер. Деморецкий Юрий, 18-й номер, капитан команды. Храпов Сергей, 90-й номер. И Булычев Антон, номер 85-й. На тренерском мостике, как всегда, Шутков Альберт. Ну что ж, друзья, в атаке начинает первый период наша команда. Бросок по воротам «Динамо». Добивание, и шайба вылетает в ворота. Буквально на второй минуте. На второй минуте первого периода. Замечательнейшее начало. Я даже не успел объявить, кто у нас на площадке. И поэтому мы сейчас узнаем, кто забросил шайбу от судьи. Информаторы, друзья. Да, такое бывает. Не успевает немного комментатор за событиями, которые на площадке разворачиваются. У нас сейчас в данный момент звено Шаматова. Мурунов, Шаматов, Враной. Ну вот, вы все слышали. Евгений Давыдов, 32 номер. Бегишев Сергей устремляется к воротам. Закладывается фирменный финт. Наброс на пятак. Добавить, к сожалению, некому. И шайба приходит в нашу зону. Пытаются восстановить паритет хоккеисты хоккейного клуба, клуба болельщиков «Динамо». Звено Бегишева на площадке. Вороной, Давыдов, Бегишев. И в защите Кананчук и Шутов. Вороной шайбой. Наброс на ворота. Поменялась пятерка. Звено Храпова. Деморецкий, Храпов, Булычев. Лебедев. И Баранчук. Это наши защитники. Выходит за ворот Алиев, вступает в игру. Отдает пас капитану. Капитан немножко запутался у борта с шайбой. Но все вроде бы разрешилось. И наша команда начинает очередную атаку. Вот сейчас полностью сменилась тройка. И теперь у нас действительно на площадке Деморецкий, Храпов и Булычев. Это нападающие. И Булычев поехал. Прошу прощения, Храпов поехал на ворота. Ждет продолжение Булычев, бросает по воротам, промахивается. На пятаке караулил уже Деморецкий. Может быть, имело смысл отдать пас нашему капитану, и он переправил бы шайбу в ворота. Позиционная борьба в центре площадки. Мурунов слева. Шаматов по центру. Соответственно, Вороной справа. Отброс был на защитника. Ну что ж, друзья. Ночная хоккейная лига набирает потихонечку свои обороты. Был сыгран первый тур. Различные результаты показали команды. Рубль, Нурникель, наша команда «Энергия» и клуб болельщиков «Динамо» свои встречи выиграли. В частности, «Динамо» выиграла у «Патриота» 4-3. А это говорит о том, что все самое интересное впереди. Все только начинается. Вороной шайбой смещается в центр.
отбирают шайбу у него. Шаматов вступал в борьбу. Мурунов, Шаматов, Вороной на площадке. В защите Афанасьев, Михайлов. Шаматов. Наелось наше звено. Идет смена. Шутов появился на площадке. Шутов и Афанасьев. Шутов за ворот. Пытался найти передачей Воронова. Нашел. Воронов успевает к шайбе и будет бросать к воротам. Бросает к воротам. Добить, добить. Бросил по воротам и сам же и пытался добить шайбу. Шайба покидает пределы площадки. Это значит, что будет вбрасывание в нашей зоне. И смена. Вы все знаете, что в этом году открылось несколько новых дворцов, где будут проходить игры. И в частности, вот эта игра проходит в Ледовом дворце Селятина, которую наша команда и команда «Энергии-2» выбрала в качестве домашней арены. Деморецкий с шайбой. Бросал. Отобрали. Пытаются выцарапать шайбу наши ребята из цепких клюшек хоккеистов «Динамо». «Динамо» в атаке. Наша команда защищается. Защищается всей пятеркой. Лебедев, Баранчук. Вот он, ёкнуло сердце сейчас у болельщиков. Потому что шайба так проскакала через пятак. Но некому было добавить. И вновь теряет шайбу наш нападающий. Не держится почему-то она у наших ребят. После бодрых первых минут прошла уже половина периода. Мы очень рады, что вы смотрите наши трансляции, болеете за любимую команду. И я надеюсь, что к нам сейчас присоединилась целая группа болельщиков, которые находятся в Санкт-Петербурге. Хочется передать им большой привет. Смотрите хоккей, друзья. Это хорошая динамичная игра. Мурунов бросал по воротам, остроумно целился в девятку. Пока мимо Вороной. Отличный был наброс на Шаматова. Шаматов зрячий бил. Но вратарь сыграл надежно. И вбрасывание в зоне соперника. Вороной бросать гол. Нет, штанга. И тут же остроумный ответ динамовцев. Навал на наши ворота. Алиев перемещается от одной штанги в другую, но вроде бы как отскочило. Вывели шайбу в среднюю зону. Вороной отбирает. Идет сам один на двоих. Бросает из-под защитника. Закладывает вираж. Нужен пас на пятак. Там караулит Макс Мурунов. Отброс Афанасьеву. Вороной. Шайба не доходит до центра. Вновь Вороной шайбой. Наброс. Добить. Некому добить. Некому переправить шайбу в ворота. Игра высоко поднятой клюшкой. И будет удаление. Наша команда остается... Не остается, а наша команда играет в большинстве, друзья. Вот так, за 9 минут до конца первого периода получаем большинство. Кто у нас? Кананчук, Шутов. Давыдов, Бегишев и Вороной. Вот такая у нас пятерка большинства на площадке. Бегишев шайбой. Побежал сам. Вороной справа. Бегишев проходит. Нужен пас на центр. Отбирают шайбу Бегишева. Шутов шайбы возвращает ее в игру.
за воротами Давыдов. Наброс, бросок. Хорошо бросал Сергей, но на месте оказался голкипер «Динамо». Это Денис Черняков. Вбрасывание в зоне соперника. Кананчук попадает в защитника. Пытались наши ребята оказаться в зоне, закрепиться, расставиться, но не получилось. «Динамо» выбрасывает шайбу из своей зоны. И более того, даже пытался организовать атаку, но все обошлось, уехали на смену. Побежал Шаматов. И Вороной! Владимир Вороной, номер 27-й, забрасывает вторую шайбу в ворота «Динамо». Ну что ж, друзья, отличное начало, 2-0 за 9 минут до конца первого периода. Но расслабляться не стоит. «Динамо» очень упорная команда, что она доказала в первой игре с «Патриотом». Равная была борьба, и все-таки буквально на последних минутах динамовцы вырвали победу. С подачи Олега Шаматова, номер 73-й, шайбу забросил Владимир Вороной, номер 22-й. Зиморецкий играл с Булычевым. Прессингует команда наша. Что показывает судья? Можно играть. Поскользнулся игрок «Динамо». Отличный пас на Храпова. Храпов бросает из-под защитника. На месте Черняков. И тут же следует контратака динамовцев на наши ворота. Бросок, Алиев на месте. Ближний угол целились. Отбирают шайбу. Нет, не отбирают. Была борьба в углу площадки. Опять набросы наши ворота. В надежде, что кто-то из игроков «Динамо» подставит клюшку. Шайба покидает пределы площадки. Будет вбрасывание в нашей зоне. Поехали наши ребята на смену. По нашим воротам. Проиграли мы вбрасывание. Вороной шайбой устремляется в центр. Проходит одного, второго. Идет сам, закладывает финты. Шаматов им помогает. И, к сожалению, пускаем мы шайбу в зону. Афанасьев Михайлов в защите. Вороной, Шаматов, Мурунов в нападении. Вновь Вороной. Мурунов. Все борются. В средней зоне показывает судья. Шутов и Кананчук в защите. Звено Бегишева на площадке. Сергей с шайбой проходит слева, смещается в центр, отбирают шайбу. Некому было помочь. Немножко задержался Вороной. Вновь в шайбу наших защитников. Вновь начинается атака. Атака начинается через Владимира Воронова. Передача на Шутова. Шутов идет сам. Бросает! Мимо ворот. Вороной за воротами. Шутов.
окопались наши ребята в зоне «Динамо». Наброс на ворота. И контратака. Пытались увидеть один на один нападающего. Ничего не получилось. Вороной перехватывает шайбу. Поехали на смену. И на площадке появляется звено Храпова. Храпов, Деморецкий и Булычев. Лебедев и Баранчук в защите. Бросок был по воротам Алиева. Ну, для нашего вратаря это семечки. Алиев все видел. Храпов шайбой. Булычев слева. В атаке. Проход. И где шайба? Деморецкий вступает в борьбу. Пытаются нашего капитана потолкать. Но не так-то просто сбить его с ног. Поэтому все в порядке. Вбрасывание в зоне соперников. Осталось играть 4 минуты. 2-0 в нашу пользу. Выиграли вбрасывание. Тут же был бросок к воротам. И выбрасывают динамовцы шайбу из своей зоны подальше. Подальше от греха. Да. Деморецкий с шайбой. Начинает атаку наш капитан. И как-то не получилось. Перехватывают шайбу динамовцы. Пытаются организовать атаку за 3 минуты. Это у них не получается. Потому что была смена. Мурунов по центру. И не доходит до него шайба. Да, чуть-чуть не хватило. И сейчас звено Мурунова в полном составе появится на площадке. Мурунов, Шаматов, Вороной. И вот Владимир шайбой закладывает финт через защитников. В защите Афанасьев, Михайлов. Через защитников играют наши ребята поперек площадки. Наброс в зону. Мурунов вступает в борьбу в углу площадки. Перехватывает шайбу Шаматов. И вновь Мурунов в углу. Не получилось вывести один на один нападающего «Динамо». Шайбу наших защитников. И за ворот начинаем. Ну что ж, друзья, вот такой немножко сумбурный получился конец второго периода. Но шайбой Вороной проходит. Будет продолжение. Нет продолжения. Афанасьев целился, но не бросил по воротам. Вновь Вороной шайбой. И не попадает в ворота Мурунов. Да. Лучший снайпер Макс Мурунов нашей команды по итогам прошлого сезона. Ну, в начале этого сезона впереди еще много игр, поэтому, я думаю, Макс разыграется и все будет хорошо. Михаил шайбой. Смену затеяли наши киисты. И тут же подхватывает шайбу Давыдов. Падает, сам падает. Вступает в борьбу. Помогает ему Шутов. Бросок к воротам, застревает шайбу в защитниках. На месте наши защитники. Молодцы. Не пустили шайбу в зону. Могла получиться острая контратака. Осталось играть 1,5 минуты. В атаке проводит их наша команда. Бегишев по центру. Вороной слева. Сережа, отдай пас! Не отдает пас Сергей. И захлебывается атака. Успеет ли развивать контратаку динамовцы? Успевают. И более того, выходит один на один ворота наши. И на месте Алиев. Браво, 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 Артем. Молодец. Спасает свою команду. Ну что ж, осталось играть буквально 40 секунд. Вновь смена у наших ребят. Звено Храпова на площадке. И Алиев прижимает шайбу ко льду. Будет вбрасывание в нашей зоне за 30 секунд до конца первого периода. Ну что ж, друзья, вот такой динамичный первый период получился. Очень острая была, не скажу ожесточенная, но острая борьба. На хороших скоростях. Посмотрим, что будет дальше. Но это еще не конец. Один в один выходит Деморецкий. Нет, нет, нет. Закладывает вираж. Наш капитан не стал бросать. Оставляет шайбу. Наброс на ворота. И где шайба? Шайба в углу площадки. Ну, сейчас прозвучит сирена.